На этом уроке мы делаем оригами-портфель для школьников. Для изготовления оригами-портфеля нам потребуется 3 квадрата цветной бумаги. Я взяла желтую. Работаем с первым листом. Складываем его пополам книжечкой. Разворачиваем. И еще раз пополам. Разворачиваем. Теперь каждый уголок подгибаем к центру. Один. Второй уголок подгибаем к центру. Третий. Переворачиваем нашу заготовку и снова каждый уголочек к центру. Второй. Третий. И четвертый. Переворачиваем и еще раз уголки к центру. Переворачиваем нашу заготовку. У нас получились вот такие лепесточки. Сгибаем лепесточек пополам. Отгибаем его вверх. Отгибаем уголочек. Разворачиваем его и расправляем кармашки. У нас 2 кармашка. Мы их расправляем. Получается у нас вот такой прямоугольничек. Следующий. И снова кармашки расправляем. Еще один прямоугольничек. И последний. Отогнули и оба кармашка расправили. Получилась вот такая фигура. Обратите внимание, вот здесь можно внутрь заглянуть из складочки. Каждый прямоугольничек сгибаем вниз. Здесь получается у нас вот такой кармашек, его видно. Второй отогнули вниз. И последний. Должен получиться у нас вот такой столик. Одна часть заготовки у нас готова. Откладываем ее в сторону, берем второй листочек. Складываем листок пополам. Разворачиваем. Еще раз пополам книжечкой. Разворачиваем каждый уголок в серединке, в центр. Второй уголок. Третий.
последний. Теперь один из уголков снова подгибаем к центру. Фигуру переворачиваем. Каждый уголок снова к центру. Последний, третий. У нас получилась вот такая фигура. Переворачиваем заготовку. И теперь эту сторону подгибаем к центральной линии. Вот таким образом. Каждый из уголков к центру. Переворачиваем. Получились три лепесточка. Складываем их. Отгибаем уголочек в сторону и разворачиваем кармашек. Точно так же, как мы делали в первой заготовке. У нас получился прямоугольник. Также делаем еще с двумя нашими лепесточками. Треугольничек. Снова кармашек отгибаем. И последний. Обратите внимание, у нас опять получились вот такие вот кармашки. Отгибаем эти стороны вниз. Раз. Два. Три. Вот такая фигура у нас вышла. Две заготовки у нас есть. И теперь берем третий листочек. Складываем его пополам. У нас получилась линия, по ней разрезаем. Половинку складываем еще раз пополам. Отрезаем. Еще раз пополам. Еще раз теперь вдоль по длинной стороне. Прямоугольник складываем по длинной стороне. Разрезаем на две узкие полоски. Нам понадобятся вот эти две узкие полоски и половина нашего большого квадрата. Сначала берем большой прямоугольник, складываем его пополам по длинной стороне. Разворачиваем и еще раз в каждую сторону к центру. Складываем пополам.
здесь маленькие треугольнички отгибаю. Один треугольничек. И второй треугольничек. Теперь мы разворачиваем нашу фигуру и заправляем эти треугольнички вовнутрь. Получается вот такая фигура. Узкие полоски мысленно разделим на три части и сложим два раза. Раз, два. Сделаем уголочек. Треугольничек подогнул, чтобы была у нас остренькая полосочка. Раз, и второй точно так. По длинной стороне. Это будут лямки портфеля. И уголочек подогнем. Приступаем к сборке деталей нашего оригами портфеля. Каждую сторону с выемкой вставляем вовнутрь кармашка нашего стола. Раз, вставили одну часть. Вовнутрь вторую. Третью в кармашек. Получилась у нас вот такая коробочка. Сейчас мы сделаем клапан портфеля. Вот эту вот деталь сверху мы намажем клеем, чтобы она зафиксировалась у нас. Вставляем эту деталь вовнутрь крышечки. Прижимаем, чтобы клей схватился. Более узкую часть мы заправляем в кармашек внизу. Намазываем клеем лямки нашего портфеля. И заправляем их в кармашки. Один кармашек и внизу. Одна лямка и вторая точно так же. Заправляем вторую лямку. Получился у нас вот такой школьный портфель.